Мы летали на 24. У меня был любимый мой бортмеханик, царство небесное, Николай Николаевич, узнали. В апреле уже будет 3 года, если не 4. Как оставил этот мир. Вот так песня вот эта была написана. Опять же, мы с ним как-то собрались. Просто попить пиво, да? Баночное, трехлитровый банк, тогда еще этих банок не было. Давно мы, Коль, с тобой не пили пиво, наш самолет без устали летал, а жизнь разнообразна и красива, и в ней не только руды и штурвал. Есть много в ней событий самых разных. Бурлит она, как горная река. Давай мы с тобой устроим праздник и посидим за баночкой пивка. Бокал налит и некуда спешить нам. Как говорится, хорошо сидим. Поговорим о бабах и машинах и многое обсудим и решим. И незаметно, но закономерно наш разговор в конце концов свернет на тему, коей предан и безмерно, на небо, на полет и самолет. Припомним все, что с нами приключалось, как ветер в Уренгой нас сдувал, как дверь у нас на взлете открывалась, как ты ее в полете закрывал. И как чуть было, водка не пропала, и как чуть было, не стряслась беда, когда в наш лайнер молния попала. Ты помнишь, как тряхнула нас тогда, когда чуть-чуть не хватит нам с тобою. Ты скажешь, я же знал, она нужна. И извлечешь бутылку зверобою из кармана, которая была припасена. Как ты сумел об этом догадаться? Не будет непонятно никому, и я не перестану удивляться умению предвидеть твоему, и я не перестану удивляться умению предвидеть твоему. На самом деле, был такой случай, у нас был заключительный рейс перед отпуском, на Сургут мы вылетали, а после рейса мы договорились уже с товарищем, что поедем отмечать начало отпуска, поскольку в то время, значит, алкогольно-то было сложно, в общем, Николай Николаевич приготовил все, взял с собой, она у него была в самолете, в чемодане. И вот мы взлетаем, вроде как и грозовой-то никакой облачности не было, мы так потом пришли к выводу, что это было статическое, разряд статического электричества. Входим в такую нормальную облачность, все темнеет, начинается страшный треск, и потом вот такое огненное дерево, которое бьет прямо в лоб. И удар, как будто бы на моторной лодке налетел на бревно. Когда в Сургут прилетели, самолет обошли, ничего не было. Но стюардесса говорит, пассажиры спрашивали, обо что мы стукнулись. Не надо. Да-да, а тогда было страшно. А мы потом просто это самое, друг друга спрашивали. То, о чем думал. Так вот, Коля говорит, я подумал, жалко водка попали. Вот и дверь-то же на 24, просто там такая система, пока самолет рулил, там фиксатор соскочил, мы взлетели в Нефтеюганске. И проводница приходит, говорит, что-то у нас шторинг задняя там сильно туда отклоняется. Пошел, посмотрел, она там просвет. Выбрал пассажира покрепче, что-то его держал, как, говорит, как держать? Говорит,
я вспомнил, черная кошка, нежно, да. Чем он эту дверь закрыл, но пока я ждал, пока он там ходил, мне кажется, там по правилам-то надо было, конечно, разворачиваться, садиться и все это делать, потому что, не дай бог, что-то случилось.